Вот зашел к нам на ремонтик вот такой еще автомобиль. Ладно, пошел позже, беден. Усеченный вариант ВАЗ-2105. Да нет, еще пока не стал. Слегка прогнил. Слегка согнулся. Маленько погнулся. Вот эти борта вроде бы не надо, а вот сюда надо по меру новую поменять. То есть не поменять, как поставили, я думаю, старую. Прогнивший. Ну, вот погнивший. Вот, вот там. Нормально. Вот, видать, будет. Или пластмассовые, или что такие. Вот такой вот автомобиль. Вот такой вот автомобиль. Все равно черти плохо помыли, да? Мыли, я плохо помню. Ну, они посчитали. Что, обалденно что сделали? Не стоит на такой автомобиль. Отверстие. Вот диски новые сведения тут. Отверстие. Я одного купил новый зеркал. Он купил машину, тут диски новые. Фартучек погнулся. Ну, короче, надо сделать красиво, да? Да. Пускай сейчас в сторону, потом почистим. О, теперь вниз. Не, вот так. Теперь вот вдоль вот этого ребра вниз пошел. Вниз, просто вниз. Там порожек сейчас будет отбортован, его зацепишь. Отбивать. Там болтик саморез. У тебя жужжалка есть что-то. Знаешь, как хорошо отрывать, дети? Сказка. Ну, это ты по-зверски. У тебя механизация для чего дана? Просто вниз иди, чтобы порог не прорубить. Ага. И вот вниз вдоль от бортовки. Ага, вот так, верхнюю полку. Вот. Ну-ка, так, чуть-чуть крылышко отодвинь. Там сейчас будут залежи. Залежи, торфа, вешенок и грибов. Не, наверное, надо какой-то коврик подстелить. Потому что это вот надо, конечно. Вот. Но это стандартная ситуация, да, это вот специальное место старения и разрушения, заложено еще конструкцией доблестного автоваза. Конструкторами. Чтобы она быстрее. Да, чтобы она быстрее гнила. Вторая полочка у нас для быстрого сгнивания предусмотрена. Это вот здесь вот. Thank you.
это уперло. Это, наверное, свар. Ну, тут навалено. На, ну, давай в сторону, на меня уходи. Произошел отрыв. Произошел отрыв. Ну, в принципе, крыло еще не сильно гнило. Сейчас подрихтуем и обратно его ставим. Против света, правда. Ну, вот это, конечно, выглядит очень впечатляюще. Что-то отсюда пойди. Вырвал кусок. Давай, тяни. Есть, распортовали машину. А, ты в полочку уперся, начал вырвать. Ну да, конечно. Тут есть залежи? Ну, они почти выпали. Как бы. Здесь они уже отпали самостоятельно. Вот. Ну, то есть это вот так, да? Вот так вот стала выглядеть машинка. Спустя буквально 2 минуты. Ну, не 2, конечно, но... Она еще новая, почти блестящая, он зайчики прям в камеру.
Ну, тут правда. Вот. С этим предстоит работать. Вот результаты сегодняшнего дня. Безжалостно вырублены, срубленные крылья. Выбитый из зубы хвой фартук, морда, в общем, разобрана полностью. С нее все срубленное железо. Крылья, фартук. Завтра дойдет очередь до дверок. Вот. Так все это выглядит. Придется, конечно, заниматься ремонтами. Где-то что-то восстанавливать. Вырезать шашель. Вот тут рамочки погнившие. Все это гнилье. Завтра придется каким-то образом защищать. Вот. Вырезать. Все это вырезать, чистить. И другая головная боль. Это ремонт кузова. Вот внешний вид кузова. Поближе это вот сгнившая фанера. Прогнивший по бортам. Все цветет, все шашли, все в грибочках, все это загнило, все это поразваливалось. Вот, все это будем делать. Возможно, придется делать крышу. Она тут тоже битая, царапанная. Вот тут длинные глубокие шкарябки есть на крыше. Рисовать, поплевать. Капот лучше не показывать. Ну, это все будет завтра. И, к нашему сожалению, у нас умер сварочный аппарат. Вера и правда долго-долго поработал. Вот. И теперь он кончился. Пойдет? Ну, вот один из промежуточных результатов нашей работы. Есть маленькие непонятки во всем этом дизайне. Железо смотрится хорошо, красиво. Все встало. Зазорчики. Как по ниточке, все по иголочке. Дверки поправили. Теперь они хотя бы на одном уровне. А дальше, вот оказывается, это уже не Жигули. Это... Оказывается, автомобиль грузовой. Самосвал. Больше чем уральник. Самосвал. Я в кузов сам свалился. Угу. Вот так вот оно интересно выглядит. Я, честно говоря, первый раз вижу, как это все выглядит. Ну, да. Вот такая конструкция. Ну, теперь надо будет это все посмотреть, поглядеть. Может даже грязь помыть. Или тяпкой сгрести, да, эту грязюку все? Ну, как по настроению. Да, и потом придется вот нам вот ремонтировать вот это вот. Все, что тут вот есть. Что-то там такое, это что? Краска. Краска, да, ну хотя бы не металл, краска. Вот так это все выглядит. Ну, пока не так, да, промежуток. Так, закончился еще один рабочий день. Успели подготовить дверь, срезали старую рубашку. Примерили новое. Так.
расковыряли порожки, битое гнилье отрихтовали. Пришлось сделать вот такую операцию, потому что был сгнивший кусок. Вот он внизу лежит, такой хранится. Нет. Пришлось сделать такую операцию в стоечках, порожках. Вот. Ну, это мы уже показывали, зачищенное место. Вот, загнившие уголки. Наварены, обработаны, зачищенные. Вот такая вот рамочка. Мобиль. Получилось. 21.05. Обрезаны. Обрезаны, урезаны. И вот так вот уже выглядит его крыша. Отрихтованная и приготовленная к шпаклеванию. Вот это вот так все мы зачистили. Убрали косяки, ямки. Вот. Теперь это все тут ровненькое, блестящее. Вот так вот все это выглядит. Так это все выглядит. Зачищено от всей ржавчинки. Вот. Сейчас зашкурено. Крупной такой наждачкой. Прям крупная наждачка. Прямо видно, риска такая. Шпаклевка будет крепко на ней держаться. Вот так вот. Ну, тут еще с этого угла сзади тоже есть по машине. Вот тут пришлось тоже с плотером поработать. Вот, устранить глубокую вмятину, там удар был. Сейчас подровняли до таких приемлемых результатов. Теперь будем это все. Крыша готова. Будем шпаклевать. Ну, вот так вот интересно. Стал выглядеть как повод автомобиля. Зачищенный, тоже зашкуренный. Прошлись с плотером. Подтянули. Вот. Вот здесь уже на этом месте появилась ржавчинка. Вот. На некоторых местах. О, рыжая. Ну, это все зачищается, зашкуривается и становится таким вот, как там, гладким и блестящим. Вот. Работаем. Ну вот, зачистили капотик окончательно к шпатлеванию от ржавчинки. То есть теперь он так вот выглядит чистенький, ровненький. Ну как ровненький, для шпаклевочки ровненький. Места, где была ржавчина, где еще что-то все это выбрато. Вот тут была, допустим, глубокая риска. С нее тоже отовсюду всю ржавчину вытащили, все блестит. Шпаклевочки теперь ряжет ровночка и красивочка. Вот. Работаем. И вот этот автомобиль приобретает вот такой интересный вид. Там еще заготовки лежат. Здесь уже чуть-чуть пошпаклевалась. Вот такая уже большая стала шпаклевка. Так. Сейчас тут дверь откроем.
где там ручка. Ну, тут варен кусок породы. Крыло уже стоит на шурупиках. А здесь еще все ждет своего часа. Порожек, ну, крыло уже там, помощники, все это будем сегодня ставить сюда. Вот такой вот автомобильчик предварительно у нас получается. Собран перед, крылья, двери, порожки уже проваренные, зачищенные. Ой, проварено, еще не чищено. Вот. Ну, крылья пока не стоят на саморезиках. Заготовлены дырочки под сварку. Вот они. И сегодня был тщательно проклеен капот. Он был ударенный, сжеванный, мятый. Вот полностью прошли герметиком. Вклеили все это в капотик. Герметик керосоновский для вклейки стекол. Хороший, крепкий. Вот. Ну и также усилители рубашек. Там по два усилителя по двери идет. Снутри тоже этим клеем были проклеены. Завтра варим, зачищаем, ну вот, потом обрабатываем, добиваем шпаклевочку. Видимо, это уже последний слой. Крыша вот так выглядит. Вот так выглядит крыша наша. Вот. Это вот задняя часть с машины вот так выглядит. Вот там у нас стоечка задняя тоже ударена, отрегулирована, все сделано. Все, это обзор за сегодняшний день. Пока все, будем работать. Вот, да. Саня, конструкцию какую-то красит. Снимаю через стекло, оно грязное, но ничего видно. Что-то вон там такое. Не то стол, не то тумбочка. Ну и такое приходится делать. Вот. Ну а тут в этот момент наша машинка. По порожкам тут у нас шпаклевочка добавилась. Места стыков. Там ямка была обнаружена, убираем. Здравствуйте! Здравствуйте! И чуть-чуть вот тут. Работаем.
Ну да, вот так. Там чуть-чуть уголок буквально дунь вниз. Давай, да, нормально, нормально. Это... Желобки налил, нормально там? А, ну и все. Поехали. Thank you.
Ну, а такая вот у нас штучка получается. Да? Вот такая штучка получается. Замыли грунтовочку с проявочным слоем. Велики на сдачку. Вот сейчас просто наводится марафет, смывается пыль, грязь. Будем. Вот капотик мокрый, помыли, чистенький, гладенький. Вот сейчас хорошо видно. Вот. Ну, а сейчас убираем мелкие такие косячки вот, при помощи микроспоклевочки. Вот такие вот штучки у нас получаются. Ну, где-то какие-то легенькие коски. Все это делается, зачищается, замывается. Вот, машинка была вообще интересного голубого цвета. Тоненький-тоненький слой краски проявочный. И все это в итоге затирается. Все это затирается. Убирается. Приводится в порядок. Так что вот. Вот таким манером. Сейчас это зачищаем и грунтуем, уже красим. Ну вот что у нас в итоге и получилось. 14 февраля, день влюбленных, 23 часа 30 минут. Температура в боксе 29 градусов. Время 11:28, полдвенадцатого ночи. На улице темно, звезды. Вот как у нас это все выглядит. Грязь закрыта, прикрыта. Все это покрашено. Все это блестит. Приливается. Манера. Сушим машину. Сушим свои печурочки, которые жрет сюда 2 кубометра в час. Одеваться не нужно. Все-таки на улице зима. Работать надо. Вот так это вот все у нас и происходит. Вот оно все это стоит сохнуть. Вот это все там висит. Ну вот, время уже 2 часа ночи, 15 число. Капот, дверка мы уже просушили.
Сейчас сушим вот еще одну дверку. Прожариваем. Вот. К этому времени уже был просушен этот борт. Водительская сторона. Сейчас время у нас. Время 2 часа ночи. Я тут часы сдвинул. Это уже 2 часа ночи. На улице темно. Окна. Температура в боксе держит 30 градусов. Вот. Сейчас еще отдельно пушкой прогреем правый борт. Это еще пару часиков у нас пройдет. И работа на сегодня закончена. Вот это мы уже делаем. Так, ну вот такой автомобиль у нас получается. Вот, только что нанесли антигравий. Вот такая вот интересная структура получилась. Все это мы тут закрасили, заляпали, обработали. Тщательнейшим образом. Теперь там все вот так у нас красиво выглядит. Все. Вот так это и происходит. Потом затянем, опустим машину. Штраховочки. И потихонечку опускаем. Зеркала крутятся, дверки закрываются, мусор сбивается.
Все, готово. Снимает? Да. Раз какой. Запись пошла, лишнее потом обрежу. Все, и теперь я ее не выключаю. Да, пока я не скажу. Без команды. Так. Берем. Сейчас идет подготовка к установке кузова. Окончательный монтаж. Да, ты там меньше матюкайся, это в историю пойдет. В гугле потом твой сын это увидит. Так, ну что, параметры смотрим, да? У меня рама на сантиметр. Меня не выступает, она наоборот не выступает. Вот теперь выступает. Назад. Вот за подлицо. Ну, практически.
Вот такой автомобильчик у нас вышел.